Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Очередной игровой день 17-го сезона Фонбет континентальной хоккейной лиги. И мы с вами отправляемся в Нижнекамск. Ну и Атанасов тоже имел хорошую возможность для взятия ворот. И вот еще один дальний такой наброс на ворота. Еще шанс! И шайба в воротах! Забивают торпедовцы. Денис Почевалов просто какой-то феноменальный по силе и точности бросок получился у 95-го номера торпеда. И вот все-таки вот этот вот натиск нижегородцев приводит к желаемому результату. И быструю достаточно шайбу торпедовцы забивают. Там пытался ловушкой среагировать Филипп Долгадов, но настолько мощный и точно бросок. Трехматчевая домашняя серия может быть плюс, а тут какая ошибка. Кагарлицкий убегает и забивает. Дмитрий Кагарлицкий вторую шайбу в этом матче 2-0. И какой Дима Кагарлицкий, просто молодец, красавец. Перехватил в своей зоне эту передачу, прочитал ее, добавил ногами, ушел от защитника. И прекрасно, мы знаем, что он может использовать такие моменты, прекрасно реализовал свой шанс и здорово забил. Ну и вот, естественно, выговаривает своим ребятам Олег Леонтьев. Ну и Кагарлицкий. Кагарлицкий очень важную шайбу забрасывает. И вот сейчас вот очень такой тоже важный момент. И вот, пожалуйста, забивает Ураков. Вы помните, он попал на последней секунде первого периода в перекладину. И все-таки находит этот парень свой момент и забрасывает шайбу в ворота своей бывшей команды. Ураков достаточно долгое время играл за торпедо в континентальной хоккейной лиге. И вот очень важная шайба. Еще, наверное, важнее то, что очень быстро забивает после пропущенной нефтехимик. Очень важный момент ты подметил. То, что они быстро ответили на пропущенную шайбу своим голом, это даст дополнительный импульс. Кагарлицкий направо. Здесь Кирсанов. Ух, и это гол! Рикошет случился какой-то, не знаю. В итоге последний, кого шайба коснулась. Но сейчас будем разбираться, пока вот нам крупно берут защитника. А мне кажется, от Леонтьева все-таки шайба отскакивает. Но, по крайней мере, по этому повтору. Вот Кирсанов прострелил. Да, конечно. Да. Да, от Леонтьева. Ну и на Кирсанова будет записана эта шайба, естественно. От спины защитника нефтехимика шайба влетает в ворота. Не для Долганова это, конечно, неприятным сюрпризом становится.